Вернемся ко второму отделению. У нас есть какая-то цензура в этом зале? Там... Ну, там ничего такого прям страшного нету. Не очень страшное слово. Ну, хорошо, тогда споем. Без купюр. Человек с дерьмом вместо голоса, зачем ты мне это сказал? Я не понял, что, но мне было лучше, когда я об этом не знал. Моя жизнь не станет прежней вовек, поседеют мои волоса. Ах, лучше б тебя я не знал, человек с дерьмом вместо голоса. Человек с дерьмом вместо рук, зачем ты сделал ее? Я так и не понял, что это за вещь, но это теперь мое. Она пылится на антресоли и иногда издает странный звук. Надеюсь, что я не воспользуюсь ей, человек с дерьмом вместо рук. Человек с дерьмом вместо мозгов, у тебя есть отличный план. Во спасение мира во веки веков ты спешишь рассказать его нам. Может, кто-то последует за тобой, но я еще не готов. Я надеюсь, что голос твой будет тих, человек с дерьмом вместо мозгов. Вместо души ты думаешь, что все вокруг люди с дерьмом, вместо мозгов, вместо голоса и вместо рук. Но если ты видишь чей-то косяк, ты судить его не спеши. Может быть, с тобой тоже что-то не так. Человек с дерьмом вместо души. На самом деле это песня о любви. Потому что, ну, кроме того, что все песни вообще о любви. В каждом человеке есть что-то плохое и что-то хорошее. И хочется верить, что хорошего больше. И любить друг друга, несмотря ни на что.